Ну и тут мне записка за вчера садовода. Спасибо. Это Павел Троценко. Где-то это ведет. Я тут уже ни при чем. И присылает мне, ну это, видимо, комментарий одного из читателей этих записок. Вот он пишет, Семен, ну, короче, кто-то это. Все верно, до последней точки. Это на моей записке реакция. Но в книги вносить не будут ваши наработки. Овсинский, Докучаев, Мичурин тоже писали об этом. Что касается почвы, мне до Докучаева и до Овсинского когда небо. Другое дело, что Овсинский говорил, давай-ка дерево калечить, быстрее за плодоносить. Я ему это не прощу. Пусть он на могиле 100 лет уже. Вот. Но, что касается почвы, вот, я их не изучал, я их не читал, но я отношусь всегда так. Если его в свое время назвали талантом, гением, значит, так и было. Вот. Люди просто не могут понять сути почвы, ее плодородия, и поэтому превращают любую почву, даже изначально плодородную, в грунт со временем. А деревья – это вообще темный лес для большинства. Кстати, вы не очарованы, вы разочарованы. Спасибо. Так правильнее будет. Чары сброшены, и вы поняли суть этих вещей. И не ждите благодарности, большинство будет тупо отставить свои понятия. Им хоть лопату на голове точи. Ну вот, получив, как это называется, ушат холодной воды. Вот, ну, зато он правильно пишет, все до последней строчки. Вот для того, что не ждите благодарности. Я им две Нобелевские премии, не ждите благодарности, и не дождемся.